Скитаясь по кривоуховым топям, Цири наткнулась на зловещих ведьм. Отвратительные сестры колебались, стоит ли им сожрать девушку или выдать дикой охоте. Однако Цири удалось от них бежать. Преследуемая призрачным всадником охоты, она бежала вглубь болот, где Геральт потерял ее след. Ему предстояло искать новые зацепки.
трахаться хочется. Значит, здесь ночевала Цири. Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Неясная природа проклятий Лидия ван Бредеворт. Откуда у нее такое? С посвящением барону и его жене. Кажется, у них в Вызиме были высокопоставленные знакомые. Скитаясь по кривоуховым топям, Цири наткнулась на зловещих ведьм. Отвратительные сестры колебались, стоит ли им сожрать девушку или выдать дикой охоте. Однако Цири удалось от них бежать. Преследуемая призрачным всадником охоты, она бежала вглубь болот, где Геральт потерял ее след. Ему предстояло искать новые зацепки. Ты убьешь всех чудовищ? Всех! Бахрама! Бахрама! Лердуранж... Thank you.
Ты Гретка? Я. А ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь, значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала, но он сказал, что я маленькая и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зеленый камешек. Ух ты, красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Это не твоя? Волчок, где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что ей пришлось уехать. Спасибо. Ну, иди играй дальше. Я не играю. Я помогаю. Ну и как? Ты готов? Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Тогда давай тут подождем. А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу. Вели людям сидеть по домам, и пусть насыпят под дверью черту из соли. Взять лопату. Ну, чтобы могилу раскопать. Бери, пригодится. Только могилу раскапывать не понадобится. Еще немного. Давай за мной. Имя ребенку дали? Да нет. Где там? Это зря. Имена – сильные магические печати. Это здесь. Гроза, мать ее. Отлично, это место выбрал. Да оставь ты меня уже. Я, сука, знаю, что так не делается. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит?
что Егоша вышел на охоту. Смотри! Возьми его на руки, быстро. А если он разозлится? Он же нас мигом загрызет. Не повышай голос, а не то растревожишь его, пока он спокоен. Ни хера себе. Что ж будет, если он забеспокоится? Он перегрызет тебе шейную артерию, и ты истечешь кровью, прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнет вертеться. Успокою его магией. Подними его, возьми его в руки. Вернемся в зал. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенд и обратить его в Чура. Призраки, они чуют Егошу. С могилой матери! Ох, делай вырваться.
Но? А что ты с ним хочешь сделать? Я ничего, а тебе надо его зарыть под порогом. Если предания не врут, к следующему утру он превратится в чура. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью. Их все больше, надо спешить. Ну так давай! Я не собираюсь ждать, пока нас зажгут! Перестал вроде. Ты выбрал имя? Нет. Ну так придумай какое-нибудь, это важно. Ну, это... Это девочка. Как Анна хотела бы ее назвать? Теперь. Повторяй за мной. Силами неба и земли. Силами неба и земли. Миром, что не стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня, та... Что пришла и кого я не принял? Нарекаю тебя именем, и скажи его, и признаю дочерью. Нарекаю тебя, Дея, и признаю дочерью. Хорошо, теперь зарой тело. Что теперь? Через сутки Дея должна превратиться в чура. Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе. Я подожду с тобой.
исключено. Но ребенок-то мой, я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую заботу. Потом ты ничего не сможешь сделать. Но я... Никаких «но». Это работа для ведьмака. Я должен ждать здесь, пока Егоша не превратится в чура. А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства.